происходит. Так. Ну, у каждой девочки есть свои допы, она их лично озвучивает. И горячее, холодное дыхание девушки, поцелуй с ее стороны. Ребята, кто хочет работать в надежном и выгодном парке, то подключитесь ко мне в парк. Первое, хочу, чтобы вы обратили внимание на быстрые ответы техподдержки. Я уверен, что ни у кого из вас настолько быстрых ответов, как у меня, ни у кого не поступало. Отвечаем в ту же секунду, как и написал водитель. Ну, либо там несколько минут разница. Это живая техподдержка, которая всегда вам ответит и поможет. Максимальное время подключения водителя – это 10 минут. Второе. Мы помогаем водителям вернуть их деньги. И не какие-то там даже 100 рублей, там, которые незаметны по сути, да, а 7 тысяч, 5 тысяч, 4 тысячи, то есть разные суммы. Не сразу, конечно, но на протяжении 3-4 дней деньги возвращаются водителю. Также писали водители, которые не работают у меня в парке, они просто пишут, а можете помочь вернуть деньги? Как бы, а я смотрю, у меня такого водителя вообще нет, вас нету в парке. Говорит, да, я работаю на другой парк, но мне там вообще не отвечают. То есть, понимаете, чтобы не было таких нюансов, подключайтесь в надежный парк, и вам всегда окажут помощь. Поэтому выбирай надежный и проверенный парк. И работай со спокойной душой, зная, что у тебя есть поддержка. Подключайся, мы тебя ждем. Окей. Здрасте. На конюшню, да? Здрасте, верно. Наличка, да, будет? Да. Так, подождите, мне нужно не потерять номер в новую жизнь. Это что такое? Так называется, новая жизнь. А что это такое вообще? Новая жизнь? Да, это вот с ребятами познакомилась, типа. Нет. Они оказались бизнесмены, типа нормальные, короче, и пытаются вытащить меня из говна. Я с ними офигенно пообщалась, типа. Ну, от наркотиков вы имеете в виду? Нет, типа наркотики я бросилась сама, типа. Просто факт. Типа. Ну подождите, давайте по порядку. Из говна вытащить это откуда? Ну, блин, у меня же нет телефона, типа, я хожу с телефоном управляющий, типа... На работу устроиться? Живу фактически на работе, типа, ну, всякая хрень со мной происходит, типа, сопутствующая. Я понимаю, что не по тому пути, они такие, вот тебе новая жизнь, жить в Москве, блядь, снимем тебе хату, просто дело, типа, ну, там ничего такого, типа, не надо раздеваться, типа, никаких интимных. Так, типа. так все говорят, никто вот. Не скажет, что они в рабство продают. Нет, типа... бред, типа, я чувствую людей, типа, ну, на высшем уровне, типа. Вы чувствуете людей на высшем уровне? Да, если я понимала бы, что это какая-то хуйня, типа, то ага. Это была бы какая-то хуйня, я бы на это не повелась, типа, но я чувствую нормальное отношение людей. Думаете, нормальные, да? Ну, вообще прям уверена. А боюсь спросить, бизнесмены, что они делают? А Валберес въебывают просто, говорят, Америку, типа, даже в этом плане. Типа, ну нормально, короче, двигаются. И они хотят забрать вас в компанию к себе, да? Ну, типа того, я им, ну, рассказала, в принципе, что я хочу делать, типа, какие у меня варианты есть, события моей жизни. А что вы хотите делать? Ну, типа, по крайней мере, неплохой продажник, типа. Продай мне эту ручку. Это удивительное перо. Оно для профессионалов. Это... Продай мне эту ручку. Ну, это красивая ручка. Ею можно записывать всякие полезные мысли о жизни или на память. Брат, покажи им класс. Бум. Продай мне ручку, а вы смотрите. Что? Продать тебе эту ручку? Брат дело знает. Ручка, потом продашь, что угодно. Слышь, будь другом. Запиши мне свое имя на салфетке. Мне нечем записать. Вот именно. Где спрос на предложение? Он создает необходимость. Они должны захотеть купить. Угу. Вот. И они уже это оценили, такие, они уже это оценили, такие, они уже это оценили, такие, типа, блин, говорит, ты понимаешь то, что если у тебя, ну, ты научишься это делать все правильно, ты можешь стать гребаным управляющим нахрен, там, где работаю я, и ищу сотрудников. А, боюсь спросить, вы сейчас с кем работаете? Ну, чтобы мне понимать. Продажник. Я так понимаю, вы что-то продаете? Массаж эротического плана. А, вот оно что. А как вы, а что вы тогда, боюсь спросить, продаете? Как что, свои прикольные услуги, типа там, эротический массаж, все фигни. Ага. Ясно. У меня вопрос, а есть такая хуйня вообще, ручка? Есть такая хуйня. Салон, да? Есть, конечно, есть. Я просто подписываюсь сейчас. Вы в салоне работаете? Ну да. Сколько у вас в салоне стоит?
У меня просто часто ездят, я, у меня вот, вот мужики не, у меня ездили за 6. У нас вообще классные типа, расценки, у нас минимальная программа стоит 2500. Минимальная программа это как? Программа. А, программа. Она стоит 2500, типа она состоит из минимума, то есть минимум массажа, минимум эротики, одно окончание, минимум позиции. Но у каждой девочки есть свои допы, она их лично озвучивает и... Подождите, подождите, не так, я просто там никогда не был, мне чтобы хотя бы понимать. Вот 2,5, я пришел к вам, это не по времени, это за сам процесс это платится. Это по времени. А, по времени, час. Часто 2,500, но входит в свой минимум. Что мне за 2,5 сделают? Минимум массажа, минимум эротики. Массажа чего? Массаж спины, минимум эротики, то есть боди-массаж, это телом по телу. Телом по телу. Девушка голая в любом случае. Прям полностью голая? Да, типа. Ага. Вот, типа, просто обычная причина, типа. Просто что еще раз? Обычная причина. Обычная причина. А-а-а. Пока не кончишь, да? Ну, у тебя есть час, надо, типа, не справился, а... Пошел нахер, да, сюда? Ну, нет, не так. Ну, смысл тот. Окей, а самое... Ладно, не максимально не будем, среднее. Что туда входит? Ну, есть программа около 5 косарей. Туда, допустим, может входить горячее-холодное дыхание девушки, поцелуй с ее стороны. Ты обещал мне этот айфон гребаный 5 месяцев назад. Не купил. Горячее-холодное дыхание, это что? Это... Это куда она мне дышит? Ну, вот тут, типа, есть места на боках, типа... В бок? В шею, типа... И что, она так сидит дышит? Реально? Нет, это приятно, когда ты делаешь такую штуку. Да? Да. Это не просто подышать, типа. Ладно, с этим разобрались, еще что? Что еще? Ну, не знаю, разные штуки. У меня около 30 допов, так что, если я начну рассказывать, так что... Слушайте, а говорят, что этот, в секс не вступаете, это реально или нет? Ну, или да. По желанию? Интим не продается, но все зависит от девочек. У каждой девочки свои допы, типа. Захочет, пойдет, да? Ну да, я вот не занимаюсь интимом от слова совсем. Сюда? Или дальше? Блин, мы вообще, типа, к работе туда подъехали. А, я фиг... Фиг его знает. К вашей работе? Да, давайте вы следите где-нибудь около Subway, я хочу покушать. А где тут Subway? Я не знаю, где тут Subway. Давайте. Ну. Он есть, куда он прям близко где-то. Сейчас давайте его найдем. Ну, давайте. Найдите. Так, может, тут пешком. А почему вы отказываетесь от интима? Потому что я могу так заработать сама деньги и не занимаюсь интимом. С одной стороны, вы молодец. Мне это плюс не принесет. Я и так хороший продажник. И мужики вас эти оценили, типа, да? Да, не в ахуе. Слушайте, ну если честно, мне кажется, это все пиздеж. Ну, посмотрим. Это вам надо поехать в Москву, да? Ну, типа, это не то, что мне нужно накопить денег, куда-то поехать и так далее. Это я уже при этом все готова. Мне уже там снимут квартиру, я уже там буду просто жить, припеваючи, мне дадут работу. Ну и дура ж ты, как я погляжу. Ну, лучше с работы не увольняйтесь. Ну, так я буду в другом городе. Меня сюда примут в любой момент. Спасибо за поездку. Пиздец. А, вы профи, да? В своем Короче, деле? Короче, Невский проспект 20. Ох, а Невский проспект у нас с той стороны. Мы сейчас хуй объедем. У меня уже просто другой заказ. Окей, будь спокойно. Ну, у вас до Невского тут чуть-чуть пройти, фигня. У вас сколько была сумма? 195? Да, где-то. Сейчас, подождите. А где сумма-то? Я не могу понять, где сумма. Там это максимум 199, давайте сделаем 200, блядь. Там ну да, там что-то просто, чтобы не ошибиться, что вас в минус не вогнать. Да не, мне похуй. Ну. А сколько вот зарабатывать, если не секрет? Ну да я без понятия. Ну примерно. Сколько зарабатывал, столько получилось. Это понятно, ну примерно в среднем. Я не говорю там максимум-минимум. Ну сотка, выходишь же стопудово. Ну десятку за день можно нарулить, если нормально. Ну вы же, вы каждый день работаете, да, вы сказали? Нет. Не каждый? Я работаю 2,5 суток в неделю. Это 5 смен, это 12 часов. Ну блин, у меня же нет телефона, типа я хожу с телефоном управляющий, типа живу фактически на работе. Типа. Ну, не сложная работа? Ну, блин, вообще нет, тусуюсь постоянно. Работа мечты? Ну да. Ну ладно, удачки вам. Хорошо. Не верьте этим, как их, бизнесменам. Ну, проверю, а там посмотрим. Да, давайте.
Была у меня давно одна ситуация. Продали двух девушек за границу. Ну, в смысле, об этом никого не спрашивали, естественно. Не буду я рассказывать все эти подробности, потому что это жестко, а это YouTube, я думаю, не пропустит. Но... Это что я рассказываю? Это только молодые глупые поведутся на эту херню. Который человек с мозгами на халяву. Ну как, вот представить, да, мужики занимаются там какой-то там компанией, да, и обычные, блядь, массажистки, дратистки говорят, да ты в легкую станешь управляющей. Ну, блядь, сука, ну я согласен, в жизни все бывает, окей. Но, сука, 90%, 99% это полная херь. We'll be right back.